Ой, як серйозно, раки, треба. А еще в Харькове есть вот такая вот дорога. Я не знаю, как здесь вообще живут люди. Есть. И вот такая вот дорога. Не знаю, телефон передает это все или нет. Эти все спуски вниз, вверх. И здесь живут люди. И сколько я помню, постоянно тут засыпают стройняком, засыпают. Засыпает. А оно куда-то девается, куда-то оно проваливается постоянно. И здесь живут люди. Я просто не знаю, там он Ланус едет впереди, но здесь бывает, особенно весной, когда снег тает. Сюда просто я когда-то поехал КамАЗом, помню. Я думаю, ё-моё, я просто думал, как я здесь проеду. Короче, с горем пополам я проехал. Вот такая вот у нас есть дорога вроде Харькова. Тут просто трандец. Тут болото под низом. Ни хрена ему не сделаешь. Да просто полный трэш.